Нет, однозначно что-то случилось. Что случилось, Коля? Последний раз ты убирался, когда меня вызывали к директору. Да ничего не случилось, просто решил убраться. Ты что, и пыль протер? Да, и пыль протер. Коля, а ну говори, что случилось? Я этого не перенесу. Ты понимаешь, едешь с работы, надеешься на хороший вечер, и вдруг что случилось, Коля? Ты протирал пыль, когда двойку по географии получал. Я еще и зубы почистил, и комнату свою прибрал, и зарядку сделал. Нет, однозначно, что случилось, дай мне платье. Немедленно, голова раскалывается. Едешь, едешь в этой электричке, едешь, понимаешь ли? Что случилось, отвечай, воды! Не могу, даже раздеться нет сил. Что случилось, он утаил, что случилось? Кто-то пришел, Коля! Ой, молчи, твой Коля. У меня уже сил нет просто. Здравствуй, Коля. Ну, рассказывай, как у тебя день матери прошел? Что ты делал? День матери, день матери. Тут вот, посмотрите, до чего довели. Какой кошмар, какой кошмар. Аптечку, быстро аптечку. Мне срочно скорее аптечку. Пионеры, кто тут пришли, давайте. Так. Да, ужас да. Какой-то! И не признается, что же такое? Что вообще происходит? 28, 29. Хватит. Ты что, не мог сказать, что это только на один день? Ой, какой ты ложь. 28, 27, 30. Какой? Завтра же все вернется обратно. Все то же самое. Все будет по-старому? По-старому. Какой ты, а? Мама, я добил. Не поможет. Ой, ужас. Все. Пошли к следующему.